我知道，我怕我马天能。Глава республики Алексей Цыденов во время рабочей поездки по Баргузинскому району встретился с жителями Улуса Хараусун. Ежедневно они сталкиваются с одной и той же проблемой – полуразрушенный мост. Даже бывали случаи, когда туда обратно кучить, автобус повисал, и мы детей выводили пешком, автобус снимали с этого моста. Вот детей возим, вообще это опасный мост. У нас недавно вот девушка провалилась. Она прямо колесами вверх упала, до сих пор у нее рука сломана. В деревянном исполнении или в бетонном, наверное, вы решите, но что качественный мост нужен людям, это точно. С такими просьбами жители Улуса Хараусун встретили Алексея Цыденова. Не, никто не ухаживает за этим мостом. Кто будет? Сейчас в данное время там, постойте, посмотрите, мост шатается, как бы не свалился бы еще. В каком году его построили? Сделали. В прошлом году сделали осенью, да? Но в прошлом году ремонт только сделали. Она была вообще вот такая, мост был вообще такой ровный. Можно было спокойно проехать. Вот за зиму вот все это. А как вы думаете, почему некачественно сделали? Нет, это вечная мерзлота внизу. Но. Оно свои выталкивает. И какой вы выход видите из этой ситуации? Бетонный мост. Но. Время будет деревянных мостов прошло. Сделаем. Ну хорошо, да. Если просто сделаете. Начнем, да. Просто вот сейчас это как бы время. Сейчас, да, время. Не за два года, там, но, года, да. Там 3-4, но сделаем тогда. Строительство нового моста невозможно осуществить за один год. Сначала разработают проектно-сметную документацию, пройдут экспертизу. Но, как заверил глава республики, с этого года работы уже будут начаты. Мост деревянный, построенный методом народной стройки, в неудовлетворительном состоянии. И с этого года начинаем проектирование. Ну и будем уже включать программы на его строительство. Юлия Туманова, Ринчин Павлов, телекомпания АТВ.